Казанцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим, решали. Команда играет сегодня вот в таком составе. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Данцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим, решали. Команда играет сегодня вот в таком составе. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Поле. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Данцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим, решали. Команда играет сегодня вот в таком составе. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Поле. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Лиги Европы стартовал. Теперь у нас впереди как минимум 90 минут и футбол от лучших клубов этого турнира. Мехмет Экиджи. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Родерик Миранда. Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Еще чуть-чуть. Гол мог быть. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Мяч в аут ушел. Даниэл Поденса. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший.